В округе появится символ семьи, любви и верности – скульптура святых Петра и Февронии Муромских. Эти святые удостоены церковного почитания, и более 8 веков их жизнь служит примером отношения супругов друг к другу. Такой культурный подарок в нашем округе появился благодаря общенациональной программе «В кругу семьи», которая была создана по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при участии представителей органов государственной власти Российской Федерации в 2004 году. Данная организация «В кругу семьи» вышла на нашего губернатора Игоря Викторовича Кошина с предложением установить на территории нашего округа данную скульптурную композицию. Предложение это было поддержано Игорем Викторовичем и обществом с ограниченной ответственностью «Башнефть». То есть финансирование это внебюджетное. По словам Марины Смаровоз, место для влюбленных выбирали долго вместе с жителями округа и решили, что святые Петр и Феврония будут украшать парк у здания администрации поселка Искатели. Церемония открытия памятника состоится 5 ноября в 13:00. Участие в открытии мероприятия примет создатель композиции, скульптор Константин Чернявский. Накануне открытия памятника покровителям семьи, любви и верности в Нарьян-Мар прибудет икона святых Петра и Февронии с частичками их мощей. Православная святыня проведет в окружной столице 2 дня. Будущий мемориал станет любимой точкой свадебного маршрута окружных молодоженов.